Всем привет! Сегодня проходим игру Хроники Нарнии. Инферия. Смотрим первую заставку. Нам показали кадры из фильма, и сейчас мы играем за Питера и должны как можно быстрее выбраться из дома. Попутно собираем вот эти монетки, щиты, ну такие бонусы. Вот первый приз — щит. Ну вот таким способом он из дома выбивает бабки. Также мы здесь будем меняться игроками, то есть за всех четырех детей нам придется поиграть, потому что у каждого разные способности, и они будут применять их по ходу игры. Выколачиваем монетки и подойдем поговорим. Мальчик, с мамой. Скорее найдите своих сестер. Ох, быстрее! Так, им нужно скорее выбраться из этого дома. Бегом, бегом. Ну, собирая все монетки, опять же, мы можем не успеть убежать отсюда. Постараемся это... Так, сейчас все выбили. Постараемся так не сделать, чтобы вышибить дверь. Где один, так. Здесь никуда уже не бежим, и там наша сестра ковыряется. Быстрее, не отставайте. Она тут читала или что она тут делала? Такой кипиш, она там чем-то занималась. Так, собираем щиты, больше ничего нет. Вот, у Сьюзен есть фонарик. Монетки. Она должна найти свою младшую сестренку. Давай, Люси, нам надо идти. Быстрее. Так, быстрее, быстрее, убегаем. Больше ничего нет. Они слишком слабые, они нас не выдержат. Люси, тебе надо как-то перейти на ту сторону. Вот пришла очередь Люси поработать. Помочь всем остальным выбраться. Давай, скорее. Так, мы пробежали. Получено новое умение — двойной урон. Покупаем, конечно же. Назад. Так, сейчас сыграем снова за Питера. Берем дополнительное время. Эх,
их мы не перепрыгнем. А ну, дай-ка я. Отличненько. Эдмунд сможет залезть. Стол, как кровати можно столкнуть. Времени не так уж и много у нас, кстати говоря. Бегом все это собираем. Так, снова меняемся. Дверь может выбить только Питер, судя по всему. Больше ничего нет. И вот таким образом тушим здесь огонь. Давай быстрее, время идет. Тебя фонарик, найди ключ. Так, включаем Сьюзен и собираем тут дополнительные какие-нибудь предметы. Вот, мама. Мы все успели вовремя. Мам, скорее. Пока, мама, мы будем по тебе скучать. Миссис Макриди? Боюсь, что так. Первый уровень завершен. Посмотрим итоги. Ну, 11 всего я собрала, половину счетов. Боялась, что время выйдет. Эти уровни можно повторно проходить сколько угодно раз и дособирать эти щиты. И первый рейтинг у нас. Очень хорошо. Ну, для начала неплохо. Да, сохраним. Прекрасно. Игра сохранена. Так, дети прибыли. Мы можем сыграть в прятки. Прятки только для мелких. Дом. К дяде, по-моему. Раз, два... Три. Что? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот тот самый шкафчик. Проход в волшебный мир, так скажем. Да, здесь вот можно пройти заново. А мы не станем. Пойдем знакомство с Нарнией. Люси, смотреть. Я тебя не вижу.
Надо найти Люси. Шкафу просто вообще. Целый магазин норковых шуб. Ты... Вы прятались от меня? Нет. Ох, ну, я не хотел вас напугать. Вы, наверное, гном без бороды? Я не гном. Я девочка. Вы хотите сказать, что вы дочь Евы? Да, конечно. А что вы здесь делаете? Ну, я пряталась в гардеробе в пустой комнате и... Что, пустая комната? Это в Нарнии? В Нарнии? А что это? Все, от фонаря и до самого замка Кэр-Параваль у Восточного океана. Ой, простите, позвольте представиться. Меня зовут... Томнус. Приятно познакомиться. А я Люси Певенси. Люси Певенси, не зайдете ли вы ко мне домой на чашечку чая? Большое спасибо, но думаю... Мне пора возвращаться. Ваше Величество. Что ж, ты знаешь, что делать. Эдмунд! Ах, Эдмунд, ты тоже здесь? Как же здорово! Где ты была? С мистером Тумнусом. Что с тобой? Видок у тебя жуткий. Ну еще бы. Холод же собачий. Надо как-то выбираться отсюда. В общем, попутно с игрой мы еще посмотрим половину фильма, судя по всему. Так, переходим на Эдмунда. У него есть такое оружие, палочка. Так, а это нажмите, чтобы сбить лед с кустов и ежевики. Нажмите сильный удар. И мы забрали жетончик. Когда насобираем полностью вот этот кружок наверху, то сможем объединиться с Люси. Объединить усилия для решения проблем. Так, что здесь у нас еще есть? Шарик. Можем поджечь палочку. Так, еще сюда слазим. А теперь дело Люси. Люси может запрыгнуть вот на этот шарик и собрать эти же точки, которые им недоступны были. Тут у нас замечательный щит. Первый из пяти. Так. Где-то еще жетончик, наверное. Может быть, бочку туда катнуть? А, горящая бочка. Мимо. Чёрт побери. Ну да. Что делать? Так. Вот, мы нашли еще приз. Стоило это трудов. Так, ну что же, у нас можно объединяться? Иди сюда.
Ух ты! На нас напали волки. Но от нас не остались только рожки да ножки. Мы отбились. В общем, вот таким образом, объединяясь, они могут разбивать какие-то преграды, проходить дальше. Соберем там щит. Ого! Опять напали. Что ты будешь делать? Отвалите! Что, мы слишком долго тут трёмся? Ну. Вот. Пошли дальше. Пока их там старший брат с сестрой разыскивают, они гуляют здесь по Нарнии. Собираем монетки. Монетки нам нужны, чтобы покупать различные вот эти умения, так сказать, апгрейдиться. Так, ну ладно, спрыгнем пока. Так, что здесь у нас есть? Ничего такого, лезем сюда наверх. Переждем. Вороны пытались сбить его. Собрал приз. Прекрасно. Пошли дальше. Сердечко восполняет наши потраченные жизни. Так, здесь глубоко слишком. Пройдем вместе. Опять волки. Но они здесь весьма такие злостные существа. Мы подожгли кусты. Чтоб не выбегали. Ну, Люси, как же так? 89. 90. Я вернулась! Я жива! По-моему, ты не совсем поняла правила этой игры. Меня не было много часов. А Эдмунд промолчал. Вы выводите мою домоправительницу из себя. Это наша сестра, сэр. Люси. Она думает, что нашла волшебную страну. В гардеробе наверху. Что ты сказала? Ну, Люси говорит, что там внутри лес. И какой же он? Бедняжка, похоже, была в бреду. Ты что-то сказала про лес? Эдмунд сказал, это была шутка. По его словам, стоит доверять? Нет, он может приврать. Хм, если Люси в своем уме и не врет, остается признать, что она говорит правду. Вы думаете, мы должны ей поверить? Вы же семья. И должны действовать сообща. Уровень пройден. Замечательно. Ну, мы собрали все щиты. И не потратили нисколько денежек. Великолепно. Неплохо идем. Фабра из сердца. Увеличивает здоровье детей. Ну, конечно же, мы это купим. Как же нет-то? Фабра из сердца, фабра из сердца. Больше пока никаких навыков нет. Хорошо, закругляемся.
Следующий эпизод – пустая комната. Действие будет происходить в доме. Люси, здесь есть только задняя стенка гардероба. Но я не вру вам! А я тебе верю. Разве я не рассказывала о футбольном поле под ванной? Простите, но нам всем уже давно пора домой. Что? Когда же ты наконец повзрослеешь? Заткнись! Думаешь, ты папа, а вот и нет! Люси, скорее нужно вернуться в комнаты. Почему мне никто не верит? Я не выдумываю. Ну хватит, Люси. Нет, никто мне не верит. Уйдите от меня. Нужно найти ее раньше, миссис Макриди. Что как-то они ее сразу не догнали. Тут нет ничего интересненького. Так, пойдем сюда. Ну, из этого дома тоже можно выколотить немало денежек. 16 счетов, обалдеть. Где же они тут понапихали-то их? Так. Заворачиваем сюда. А, вот так вот. Передвигаем столик. Ну, собрал попутно несколько денежек. Еще монетки. Ставим обратно. Так, а вот и Люси, я ее вижу. Сейчас еще тут выколотим все, что можно. У нас же время не ограничено. Контрольная точка. Странный такой способ выколачивания монет. Питер такой бегает и бьет предметы мебели. Как-то это странно, нет? Скорее, прячься! Что это? Так. А нам надо здесь пройти, да? Ныкаемся, ныкаемся. Что это? Так, снова. Раз все разбиваем к чертям. Что это? Каждый раз приходит, а ящиков-то нет. Меня удивляет, что это? Куда делись ящики? Так, ну что, не беспокоить профессора. То есть к нему подходить не надо. Нашли всего лишь второй щит из 16. Блин, вот это третий. Так, а куда же она убежала? Интересно. Профессора мы не беспокоим. Вон она. Какой странный подсвечник. Так, ну что, все вроде бы. Что еще тут?
Ой-ой-ой. С помощью кнопки. Что надо сделать? Открыть окно. Запусти-ка ты ничем в окно. Улетели. Так. Побьем еще вот этот стол. Ну уже. Пойдем-ка лучше за Питером. О, был спрятан здесь пятый щит. А, гадство. Так, мне нужна Люси. Одну мы закрыли. Вот и вторая закрылась. Все вроде бы. Летучих мышей полно в доме. Ладно, хоть не тараканов. Или пауков. Все. Зачищена комнатка. Ну, думаю, мне, наверное, не собрать все 16 щитов почему-то. Честно говоря, проходя эту игру, я как-то не ставила себе целью собрать именно все бонусы. Потому что игра проходится и без этого. Ну, это как бы дополнительное задание, и не в этом суть самой игры. Так что... буду я особо, наверное, на этом и заморачиваться. Так, Люси нам открыла дверь. Все, пожалуйста, заходите. Опять эти гады. Ну-ка, брысь. Еще поди есть. Нет? А, вот, конечно, есть. Прямо. Что она не видит. Вот. Так, замечательно. Побьем еще вот эти стульчики. Они, главное, так на него смотрят, нет, чтобы спросить. Питер, что ты делаешь? Что с тобой? Он похож на психа. Бац, бац, такой стул молотит. Все. Там у нас... что? Палочка. Ну, наверное, не зря вооружили Питера палкой. Зачем-то она ему сейчас пригодится. Одиннадцать щитов. Так, что в комоде? Не заныкал никто денег. Похоже, этот дедушка прячет по всему дому в мебели монетки. Он не доверяет банкам. И поэтому, ну, так вот. Как в фильме «12 стульев». Монетки зашиты в стулья. Так, открываем здесь проход. Опять-таки для Люси. Дверь закрыта. Люся нам открыла дверь. А там ящики. Мы их будем разбивать, и будет приходить эта злобная тетенька. Судя по всему.
Заходим. Ох, я точно что-то слышала. Непонятно, кстати, зачем им столько коробок во дворе. Взяли дополнительное время, так что можно разбить все коробки и спокойненько спрятаться, не торопясь. Ох, я точно что-то слышала. Так, тут летают эти мыши. Где-то надо закрыть вот. Так. Иди прочь. Так, вот там, по-моему, наверху. Есть. Эдмунд! Ах, там что? Были монетки. Когда же ты наконец повзрослеешь? Вылезай оттуда, нам пора возвращаться в свою комнату. Фу. Скорей же, Эдмунд. Ох, сколько там монеток. Молодцы, идем. Дайте собрать. Эд, ты сможешь вскарабкаться по трубе? Есть еще одна вам. Так. Полезли. А зачем они его туда заслали-то? Где он? Куда он девался? Куда же делись эти дети? Что это было? Ого! Это миссис Макриди! Надо бежать! Быстро-быстро! Мы взяли дополнительное время. Так, и где же мы будем прятаться? Ну, здесь уже все осмотрено. Разве не здесь? И не здесь. Спрячься где-нибудь, пишут. Где? В шкафу. У нас закончился третий эпизод. Сколько там? 15. Ой, ну ладно, я где-то один забыла. Не очень страшно. Всегда можно вернуться и найти. Великолепно, тем не менее. Щиты эти потом в итоге повлияют на рейтинг, по-моему, прохождения игры. То есть не на 100% будет и все.